До 2023 года 28 населенных пунктов Приморья, в которых проживают около 200 тысяч человек, подключат к газоснабжению. «Газпром» совместно с правительством Приморского края планирует обеспечить газом Владивостокский, Артемовский, Уссурийский городские округа, а также Спасский, Михайловский, Октябрьский и Надеждинские районы. Сегодня вся ответственность и финансирование ложится на газораспределительные организации, а именно газификация населения бесплатная до границ земельного участка. От границ земельного участка непосредственно до ввода в дом установка котла, колонки, внутренних газораспределительных сетей, она будет лежать на домовладельцах. Губернатор поручил зампреду правительства Приморья Елене Прохоменко совместно с региональным министерством энергетики и газоснабжения, труда и социальной политики, а также главам муниципалитетов до 1 сентября сформировать перечень домовладений, желающих подключиться к газу, чтобы с конца этого года начать работу по газификации. Для этого нужно провести сходы горожан, организовать широкое информирование. Мы с вами должны провести работу, связанную с постановкой на учет всех тех домовладений, кто желает быть подключенным к газу. Из этих 28 населенных пунктов как первого этапа. И далее Министерство социальной защиты населения, соответственно, с Министерством энергетики и газификации Приморского края должны вместе с вами, уважаемые главы, должны просчитать и по социальным категориям граждан оказать меры поддержки. Это те категории, которые с низким уровнем дохода, категория, которая является социальными, многодетные семьи, семьи с детьми, инвалидами, люди старшего возраста. С 2023 года начнется газификация юга Приморья. Сейчас перед правительством стоит задача определить промышленные предприятия, объекты энергетики и ЖКХ, которые будут приведены на газ. Екатерина Зверева, Настасья Лихман, новости на Восьмом.